в процесс. Чая нагрузка и срывает вот этот вот бот. Атлас, по-моему, да. Вроде Атлас. Друзья, всем привет! Вы на канале Технопарк. Меня зовут Александр. После уборки зерновых культур в поле заезжает трактор с плугом и обрабатывает почву. Глубокая обработка. На данный момент здесь находится трактор Беларусь 1523 с пятикорпусным плугом 5х35. 5 корпусов шириной захвата по 35 сантиметров. Общая ширина захвата 1,75 м. Ну, всегда чистыми, где-то 1,60 м точно выходит, 1,50 м. Глубина обработки 25 сантиметров. Почва довольно-таки хорошая, то есть хорошо подаются вспашки. Так как недавно были дожди, влага появилась. Земля хорошо крошит сейчас. Никаких камней нету, можете заметить, да, почву. Забивается травой стойки корпусов. Даже пытались их, ну, то есть почистишь, через 5 минут они все равно забиваются, то есть никак с этим не справиться. Трактор довольно-таки хорошо идет, без напряга. Можете посмотреть на обработанную почву. Видите, да, там больших глыб вообще никаких нету. То есть земля хорошо крошится. Трактор едет по борозде. То есть плуг настроен, чтобы трактор ехал по борозде. Смотрите, что за аппарат я нашел. В общем, еду по дороге, заметил трактор МТЗ 1523. Мулчер, в общем, работает, измельчает вот деревья, которые растут возле электрических вышек. Ну, электролинии, в общем, расчищают. Да, я думаю, подойду, спрошу, можно ли заснять. Самому интересно посмотреть вообще процесс вживую. В общем, дали разрешение. Видно, как за счет оборотов измельчается древесина. Близко подходить опасно. Мало ли там какая-нибудь щепка прилетит в глаз куда-нибудь или в лоб. Так что сдалека, с расстояния
немножко заснимем, посмотрим. Здесь, конечно, деревья не особо такие, небольшие. Но, тем не менее, интересно. Разнообразие, так сказать, на канале надо. Пошла жара. Ах, запах древесины сразу появился какой. Сейчас уже мульчер по максимуму вниз берет, то есть уже корни там даже, наверное, измельчаются частично. Кабина оборудована защитой дополнительной сзади. Тут немного посерьезнее уже. О, пошел процесс. Ну, в принципе, он свалил только деревья. Те, которые лежат, наверное, надо еще измельчить их. Да, серьезно, техника. Подготовка, точнее, делают глубокую подстилку. Есть агрегат, измельчитель, распределитель соломы ТСО. В общем, трактор МТЗ-шка подвозит квадратный тюб. Она приподнимается. Потом сейчас тракторист выйдет, шпагаты все срежут. И начнется процесс измельчения. В общем, загрузили, сейчас надо выйти, ножом срезать все шпагаты, потом уже пойдет распределение, измельчение. Трактор John Deere 6135, агрегат TSEO, работает от лома. Гидроцилиндры, которые управляют задней стенкой. Нормально так там молотик, лесовушка. Вау!
Что-то случилось. В общем, друзья, оказывается, ничего страшного не случилось. Здесь специально установлен предохранительный болт в виде одной единицы. При нагрузке сильной, допустим, если там какой-нибудь деревяшка попала, бывает, когда прессуют там в поле возле леса, попадает деревяшка, камень какой-нибудь или еще чего-нибудь. В таких моментах большая нагрузка и срывает вот этот вот болт специальный. То есть такое, говорит, не первый раз случается, бывает. Предохранительный болт. Да, специальный предохранительный болт. В общем, его сейчас надо стоит заменить. Вот старый, там новый. И все, дальше заработает, в принципе. Так что, как бы, нормально это все. В общем, предохранительный болт заменили. Процесс работы пошел дальше. По поводу радиатора. Бывает, когда сильный ветер, вот он говорит, когда в ту сторону, говорит, ехал, ветер был справа налево, и солома частично летит обратно, а радиатор, он засасывает эту солому, и получается, вот так моментально забивается. То есть, каждые 5 минут может забиться вот в таком виде. Но сейчас в ту сторону, как бы, ветер параллельно, ну, попутно, так что нормально. Хорошо еще внутри фермы сделаны вентиляторы, которые продувают воздух, то есть постоянно здесь свежий воздух, хорошо. Плюс еще открытая часть, вот, сверху донизу это открыто. Внутри фермы никакого запаха нету, вообще свежо, сквозняк такой хороший. В общем, солома как слоеный пирог, смотрите, слой слоем идет, довольно-таки хорошо запрессована, поэтому резко падает туда и нагрузка появляется. Это при 540 оборотах, то есть на 1000 оборотов что-то, говорит, невозможно вообще там колбасит. Сейчас стоит 540 оборотов. Вон она расслоилась кусками, вот эти куски залетают и нагрузка появляется. Вот тут все почти закончилось. Абсолютно красиво получается. Так, друзья, в тяжелых погодных условиях идут работы посевные озимы и пшеницы. Прямо в полях сейчас. Идет процесс загрузки семян пшеницы. Это делает телескопический погрузчик GCB, на транспортировке еще есть КАМАЗ, он пока что уехал на загрузку. Трактор класс Атлас, по-моему, да, вроде Атлас. Посевной комплекс Амазония, праймер 9000, по-моему, ну, ширина захвата 9 метров у него. Пока что идет момент загрузки, в принципе, можем быстренько пройтись, посмотреть. Честно говоря, я сам первый раз сталкиваюсь с этой сеялкой, посевным комплексом точнее. Надеюсь, меня слышно будет, так как сегодня и ветер сильный, и дождик моросит, плюс сам вентилятор вроде сильно сейчас шумит еще, слышно. В общем, ширина захвата 9 метров, 48 точек посева, то есть 12 корпусов, на каждом корпусе, по-моему, по 4 точки высева. Так, давайте сейчас покажу. Оттуда, по-моему, начинаются идти семена. Он как на медузу похоже. По семипроводу идет сюда уже. Здесь внутри спускается и идет посев здесь. И это вот борозду, ну не борозду, вот, она получается приоткрывает землю, туда сбрасываются семена. Потом вот этими катками прикатывается, все закрывается. 12 корпусов, 4 ряда получается. Вот они. Раз, два, три, четыре. Да. Крайние, по-моему, только 3. А с той стороны не знаю. Здесь еще есть регулировка глубины. Вот он. Каждый корпус отдельно регулируется. 2 сантиметра сейчас стоит. Вот они, корпуса. Плюс еще есть гидроцилиндры маленькие. Сейчас, где они тут были, не видно. С той стороны лучше видно.
Ну, естественно, маркером никто не пользуется, так как установлен GPS ГЛОНАСС, навигатор. И здесь уже прикрывается почва, семена, и прикатываются тоже колесные катки, 48 штук. Вот он, праймера, или как правильно читается, не знаю, ДМЦ 9000. К сожалению, времени нету сейчас у нас полностью пройтись, посмотреть на него. Человека тоже тормозить нельзя, работа должна идти. Наконец-то затишье. В общем, разворот. Два трактора в поле работают, и они оба совмещены одним навигатором, то есть могут спокойно ездить по полям. Вот какие ровные полоса получаются. Здесь не хватило участок. Скорость довольно-таки большая, не погонишься за ним.